Семинар расторопший пятнистый дебют Дебиат, дачники ценят за уникальность. Растение однолетнее, вырастает до 1,5 метров, обладает необыкновенными лечебными свойствами, оно применяется при болезнях суставов, печени, бронхите, варикозе и других болезнях. Расторопший содержит более 200 различных компонентов, кроме витаминов, которые благотворно влияют на человеческий организм, без побочных явлений. Молодые побеги культуры, листья, черешки, цветы, корни используют в салатах, можно заваривать как чай. Для лечебных целей собирают семена в августе, а выкапывают корни осенью. Рекомендуют сажать около 20 растений, чтобы получать достаточный объем урожая. Расторопший пятнистый дебют – это однолетнее растение высотой 150 см. Расторопший прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для обогащенных почв. Цветок окрашен в зеленый цвет. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.